Добрый день, представляю вам обзор ноутбука Samsung R60+. На данный момент эта модель уже снята с производства, но служит он еще очень даже хорошо. У данной модели 3 USB входа, один находится с этой стороны слева, также находится вход для микрофона, потому что в самом ноутбуке микрофон не предусмотрен, в нем также нет видеокамеры на передней панели, чтобы выходить в Skype. Есть вход для наушников и слот для карты памяти. Теперь на задней панельке у него еще два USB входа для интернет-кабеля входы. И с этой стороны просто оптический привод. В этой модели не предусмотрен HDMI вход, потому что тогда еще не выпускали таких кабелей. В целом ноутбук, я не знаю, сколько на данный момент стоит, но можно бы ушный где-то взять гривен за 2000, а в рублях это примерно 6-7 тысяч рублей.